И бодрого волшебного утра, мои друзья! Я поздравляю всех, кто решает этот воскресный день начать с радости, начать с улыбки. И немножко скажу, что йога смеха – это тренировка. Это не только про посмеяться. И здесь вы можете смеяться, даже когда вам не смешно. Потому что йога смеха – это прежде всего то, что дает нам здоровье, то, что дарит нам счастье, то, что развивает эмоциональный интеллект и то, что способствует миру во всем мире. Это очень важно, вот такие кнопочки, на которые нужно ежедневно нажимать. Да, если тебе не смешно, если тебе грустно в это турбулентное, волнительное время, начинай тренироваться, потому что наш мозг не различает искусственный смех или настоящий. И в любом случае ты начинаешь наполняться гормонами радости. Да, друзья, действительно, счастье можно прокачать. И вот именно в такое волнительное время важно быть крепкими орешками, укреплять иммунную систему. И знаете, йога смеха, она сегодня вводится в детские учреждения, в школьные учреждения. Она сегодня в 120 странах уже широко-широко распространена. Сегодня в военные учреждения тоже. Может быть, кто-то видел, Никулин выступал, посмотрите, пожалуйста, когда смех спас жизни во время войны. Да, не случайно приглашали баянистов, которые пели частушки, чтобы солдаты хохотали. Поэтому, кто считает, что если вот что-то происходит в мире, не надо смеяться, вы ухудшаете эту ситуацию. Наоборот, нам нужно материализовывать радость. И знаете, чем больше будет счастливых людей, тем быстрее закончатся все эти катаклизмы, тем осознаннее будут люди, тем быстрее наступит мир во всем мире. Ну, хорошо, друзья, давайте разотрем ладошки наши, разотрем, хорошо, хорошо. Вот. И вот так вот энергией наполнимся, да. Скажем «Доброе утро!» На себя посмотрим. «Доброе утро, красавица! Доброе утро, королева! Доброе утро, король!» Немножечко себя вот так вот помассируем, да. Чтобы у нас хорошо-хорошо расслабились мышцы лица. Чтобы нам удобно было, приятно было их растягивать, ими работать, улыбаться, смеяться, да. Челюстью поработали. Ой, вот такой энергетический такой вот поток, такой заряд. Вот, потянулись. Знаю, что сегодня в 6 часов метафизической зарядки, не знаю, воскресенье, по-моему, нет, да? Ну, давайте мы с вами немножечко разомнемся. И начнем с головы. И голова у нас сейчас как колобочек покатится. Темп выбирайте себе комфортный. Главное, что плечи у нас опущены. Вот, а ушки сами тянутся, ушки, подбородок, затылок. Вот, сами тянутся к плечику, к спинке. Вот так. Ковш загребаем и в разные стороны, да. Танец. По кругу поехали. В другую сторону. Хорошо, молодцы. Теперь у нас только работает грудная клетка. Плечи не поднимаем, таз тоже на месте. И точечка вперед, в сторону, назад, в сторону. Вперед, в сторону. А улыбочки где? А улыбочки? Улыбка, смех – это успех для всех. Это то, что открывает двери к успеху, к радости, к финансам, к благосостоянию, к счастью. И пошли круговые движения. Таз на месте, только грудная клетка в другую сторону. Хорошо. А теперь у нас работает только таз, только таз. Вот плечи на месте стоят, плечи, голова не двигается, грудная клетка не двигается. Работает только таз. Молодцы, в другую сторону. Хорошо. Колени. Колени, круговые движения. Вот так, как шарнирчики полностью, да, свое тело все будем. Вот так прокручиваем все суставчики. Хорошо. А теперь все вместе у нас. И голова, и плечи, и таз. И улыбочка. Добавляем смех. И
пусть проснутся каждая наша клеточка, каждый орган, пусть улыбаются сердце, печенки, селезенки, каждый сустав, каждый сосуд. И в другую сторону. И делаем раз, два. Раз, два, три. Раз, коленочку согнули и плечо подняли. Два. Раз, два, три. Раз, 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 два. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь наискосок, колено, локоток. Раз, два, три, четыре. Улыбочки. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Выше колено. Раз, два, три, четыре. О, молодцы, молодцы. И напоминаем правила смеха. Сейчас мы будем с вами смеяться, да? И пропитывать каждый свой орган радостью, да? И правила смеха, что мы делаем. Воздух, да? Делаем вдох животом. Вот, набираем воздух. Животик, плечи опущены. А на выдохе подтягиваем. Вдох. На выдохе подтягиваем, да? Плечи у нас опущены. Еще раз вдох. С ручками вдох. И задержим. Постоим, постоим. Можно на носочки встать. Выдох. Еще набираем, набираем со всей вселенной. Много-много радости. Держим. Разболтали все, чтобы оно все везде хорошо-хорошо пропиталось. Везде-везде прошло. Вот так хорошо разболтали в другую сторону. И выдох. И дальше мы вспоминаем, что все наши правила служат самому главному. Это для того, чтобы воздух у нас выходил долго-долго-долго-долго. Да? Потому что при этом мы развиваем наши легкие и берем более 4 литров воздуха. Да? И чтобы у нас это получилось, мы широко-широко открываем рот. Давайте покажем. Возьмем победоносно наш подбородок. И скажем «О-о-о!» И широко-широко рот открываем, да. Можно звуки включить, и там, где мы будем выполнять какие-то упражнения голосовые, чтобы было слышно, включайте камеры. Включайте камеры, включайте и звук. Еще раз, широко-широко. Молодцы, молодцы. Давайте проверим, сколько у кого косточек помещается. У кого шире рот открывается? Давайте. Вот, все дальше мы сейчас включаем напор, да, включаем кран вот со всей силы, чтобы такой напор сильный, и делаем то же самое, широко открыв рот, только громко, и молодцы, молодцы, теперь широко открыв рот, громко начнем, а потом начнем, ха-ха-ха-ха, хорошо? И включаем, и да, на а, друзья, легче всего стартовать, потому что если будет сразу о, у некоторых оно получается такое, знаете, зловещее, дайте. Страшно, да? А на А, конечно, это более получается у нас легко. Выдох длинный, да? И добавляем улыбочку, одеваем даже улыбку. Широко открываем рот. И сейчас долго-долго начинаем с А, переходим в смех и тянем долго-долго-долго. Приготовились? Вдох. Посмеемся, смеемся, переходит в смех.
Приходит И сейчас добавляем, что добавляем? Тело в дело. Итак, наши улыбки. В одну руку берем смеха яблочко, в другую руку берем смеха мячик вот такой. И сейчас мы добавляем еще тело в дело и начинаем с «ай», переходим, смеемся, ха-ха-ха, и долго-долго тянем, да? И потом, когда у нас заканчивается воздух, только тогда мы берем вдох и начинаем заново. Приготовились? Вдох. И... Включайте обязательно камеры, включайте. Так, у кого-то еще не получилось выключить взрослого. Да, и кто-то боится смеяться громко, боится, чтобы вы видели, слышали. Давайте сейчас выключим этого взрослого и далеко-далеко со смехом выкинем ключик, да? Будьте как дети, всегда радуйтесь, говорят в Священном Писании. Итак, мы берем ключик, поворачиваем его, еще, выключаем взрослого, превращаемся в ребенка. Вот, и теперь мы с вами дети, дети, да, классно. И мы берем такой царский, вот такой вот кубок, и сейчас в него будем наливать все цвета радуги. И давайте тянемся, и хватаем какой-то цвет, тянемся, тянемся на носочки. Тянемся. Опа! Синий цвет. Поехали еще, тянемся, тянемся. Желтый цвет. Цвет радости. Там у нас цвет неба, цвет радости. Еще тянемся. Красный цвет. Цвет лидерства. Оранжевый цвет. И размешиваем это все. Размешиваем и пьем, и смеемся. И... Морщинки уходят, здоровье, молодость приходят. Классно, классно. А сейчас мы будем срывать с дерева какой-то плод. Тянемся. 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 Стоим на носочках, высоко тянемся. Коленки вместе, улыбочки. Вот растягиваем наш позвоночник. Вот такая у нас осаночка. И... Яблочко! Это яблочко родильно! И кто его сейчас ест, тот становится моложе на 20 лет! И кусает! Еще! Собрался. О, детский сад, ко мне дети пришли. А, это ж мы все помолодели. Выкинули, превратились в детей. Яблочко молодильное съели. Ха-ха-ха.
Друзья, программируем свой мозг. Что мы говорим, то мозг и записывает. Говорим, я молодею, так и будет. Да, давайте я нами нашу годичку. Я молодею. Да. У меня 33 года. С каждым вздохом, каждым смехом, каждым глотком. Я молодею. Я молодею. Плоский живот тонкий. Да. С каждым смехом, каждым вздохом. Я отдравливаюсь. Да, я набираюсь лидерства, энтузиазма. Да. Со мной тут команда единомышленников. Да. Я чувствую себя бодро, я наполнена энтузиазмом. Да. Я чувствую себя бодрой. Да! Я самый харизматичный лидер, да! Я лучший метафизик, да! Я лучший метафизик. Ой, молодцы, молодцы. Ну, давайте еще жару нагоним, чтобы много-много все, что мы сказали сейчас, чтобы все это к нам пришло. Давайте, нагоняем и смеемся. Вдох животиком. Молодость, красоту, силу, здоровье. А теперь друг другу жару подали, как в банке. Ну-ка, делимся. Здоровья, счастья всем. Каждое окошко открыто. Сейчас посмотрю во всех окошках. Да, я вижу вас. Вот, открывайте, открывайте, а тут вам не живет, да, не делайте себе заслоночки. Всем здоровья, счастья, радости, галяйства, изобилия, процветания. Так, вот так, вот так, вот так. Раскрытие сердца. Процветание, ой, как классно. Так, а звук, давайте звук добавим. И сейчас мы будем смеяться громко, чтобы слышала вся земля. Хорошо? Нам сейчас нужны вирусы смеха по всем городам, по всем странам. Потому что чем больше будет счастливых людей, тем быстрее наступит мир во всем мире. Потому что смеющийся человек, который наполняется гормонами радости, он может делиться только тем, что у него внутри. Как помните притчу с яблоками? Один сосед другому навоз поставил, а тот поставил ему ведро с яблоками. И когда сын говорит: папа, почему ты ему ведро с яблоками? Он говорит, что у нас внутри, тем мы можем делиться, да? И сейчас мы включаем, вот берем микрофон и громко-громко смехом будем делиться, чтобы быстрее-быстрее все были добрыми, веселыми, счастливыми, приготовились. Ох, громко включаем. И поехали. Громче, громче, громче. О, молодцы! И давайте попрыгаем в нашу считалочку. Час. Вот такой сюрприз для тех, кто не знает. От Академии Айше сюрприз. Кто не знает, попросите у своих лидеров ссылочку. 10, 11, 12 до 17 часов каждый час будет идти супер информация о 8 волшебных упражнениях.
И вот йога смеха – это первая ступень. Все ступени роста. Когда вы это пройдете, те, кто не проходили, это будет мега-сила, это будет мега-энергия, это будет вообще мега-энтузиазм. Поэтому обязательно по 15-20 минут в 10-11 будут выступать разные-разные спикеры и будут отзывы от тех, кто прошел 8 волшебных упражнений. Круто! Круто! Давайте за это посмеемся, чтобы больше людей было, чтобы больше людей вы пригласили. Вдох! Подразним. Скажите, а я больше тебя приглашу. И вдох. Больше тебя пригласила. Нет, больше я больше тебя приглашу. А кто на йогу смеха завтра больше всех пригласит новичков, а? Кто? А меня. Да, да, да. Подозреваешь. Пошли на ней посмеемся. А некоторые, что, знаете, скованы такими путами, они как бабочка в коконе, вот этот кокон их держит и не даст им раскрыть их орлиные крылья. И вот как бабочка вот так вот сидят в своей темнице, и сейчас мы поможем этой внутренней бабочке раскрыть и вылететь в этот прекрасный мир. И давайте вот такой кокон, и бабочка такая никак не может. А мы ей говорим, давай, давай, у тебя получится, мы в тебя верим, давай. Давай. Второе клетка. Поддержим, смеемся, поддерживаем. Два крылышка, вот такая бабочка. И полетели украшать этот мир. Полетели, смеемся, украшаем этот мир красивыми крылышками, красками, смехом. Бабочка увидела красивый цветочек, подлетела бабочка к этому цветочку, делает вдох. И наполняется ароматом счастья. И собирает себя много-много сил и радости. И полетели. Села на цветочек, делай вдох, какой прекрасный аромат, и полетели к другим бабочкам, у нас много-много, и бабочка зажигает на других бабочек, и смеемся все. Ой, молодцы, вдох. Вдох, радости. Ой, подержали, побултыхали. Какое чудесное воскресное утро. Потянулись. Знаете, друзья, постоим на носочках. Какое чудесное, да. Прекрасное утро. Да, и мы программируем наш мозг на радость. Кто каждый день ходит на йогу смеха, то в своем
Да, в своем мозгу он вырабатывает привычку каждый день радоваться. Мозг запоминает, что каждое утро в 8 утра по Москве, да, нужно Нет. отдать этому организму заряд бодрости и мудрости и радости, да, эндорфинов, серотонинов. Хорошо, молодцы. Давайте нашу считалочку. Квантовый скачок, это движение вверх, это рост и развитие. И кто за это, давайте громко-громко посмеемся за это. Вдох. И... подкашливаться, да? И вот вместе с кашлем мы сплевываем мокроту, все не нужно, а также все печальки, все раздражушки, все, что нам мешает в жизни для счастья, да? И приготовились. И... Мячик отбиваем от стеночку вдох. Длинно, длинный выдох. Вот, откашивается, кто-то слышит, прям вот хрипотца, все выходит, сплевываете, молодцы. Теперь мы делаем мячика пол, отбиваем и тоже откашливаемся. Вдох, животик. И долго. Еще раз мой веселый звонкий мяч, куда помчался вскачь. И... Хорошо, молодцы. И водички попьем. Я самая красивая, самая молодая, самая классная. Да. Я самая классная. Да. Да, ты самая классная. Да, ты красавица. И ты умница. Ты вообще помолодела на 25 лет. Да. Я вообще помолодела на 25 лет. Да. О, я вообще самая любимая. Я самая стройная. Да. Да, да. А вот, кстати, кто ходит каждый день самая богатая, смеется, пропивает звуки, включает все резонаторы, у тех уходят калории. Поэтому обратите на это внимание. И когда у вас будет желание каких-то там, может, покурить кто-то, да, ну, какую-то вредную привычку, начинайте смеяться, потому что наш мозг, он выделяет гормоны радости, происходит замещение. Понятно? Поэтому вот йога смеха, она еще уводит людей от плохих привычек. Поэтому приглашайте всех, начинайте утро с радости, хорошо? И сейчас мы попропиваем наши гласные звуки, и точно так же мы набираем воздух в животик, улыбочку. Да, мы курим, она всегда на нас, открываем широко рот, и звук «А». И как мы поем, да, мы так громко поем эту «А», чтобы слышала вся земля. Вдох. И поехали. Марина, доброе утро. Тянем. Thank you.
Молодцы. Если во время звуков опять хочется откашливаться, обязательно это делайте, хорошо? Помните, три инструмента йоги смеха. Это смех, это откашливание, это пропевание звуком. И чувствуете, как горлышко округляется, даже голос меняется, да? Вот открываете голос и прям, а, вот прям, чтобы горлышко кругленькое было. Давайте звук О, улыбочку, и вдох. Молодцы, ой, какие вы классные, ой, какие вы настоящие королевы, энерджайзеры, смехоёжики классные, красивые, да, молодцы. Давайте У, вдох. И сейчас звук Э, вдох. Самка. Хорошо. А сейчас будем пропевать два звука, менять и на одном выдохе, да? Попробуем. Что у нас получится? Вдох. Давайте на букву И посмеемся, как бабка ёжка смеется на букву И. Вдох, как в мультиках, помните? Поняла. Что прокачали разные звуки, прокачан горлышко. Еще победоноснее. Кто лидер героев? Вдох. Смеемся на разные буквы, которые мы пропели. Хорошо? И на У, на Эй, на И. И у нас закончится, мы продолжаем смеяться. Хорошо? Когда Zoom закончится, ловим своих домашних, смеемся, обнимаем и целуем. И закрыли глазки. Побежали. Ой, поймала! Ирочку Кубинченко поймала! Поймала!
Побежали, побежали, сунули глазки дальше, побежали. Сейчас эти глазки побежали, побежали, побежали. О, говорят, ты классный, ты супер, смеемся.